Ну вот, приехал сегодня за металлом. Вот вчерашний загрузил тут всякое. Два часика походил вот. Такие электрики дуги вылетели. Алюмишки немного. И самое главное, наш любимый был. Вот его вес 12680. Ух, вот ДТшечки. Хорошая. Люблю такую вещь. Находить 12680, почти 13 килограмм. И вот на том же месте вчера, вот целые артиллерия пули 7,62, кайнок, уже так знаю, вчера смотрел, находил, вот они, вот целый арсенал, у всех порох. Сейчас порох вынимаю, каждого снимаю всю головку и бутылочку и даю своему другу охотнику. Вот, пожалуйста, целые пули готовые. А то я нашел гильзу. Что ваша гильза? Вот целые пули, арсенал. Конечно, сгнившие, но порох еще работает. Ну вот, как раз 100 килограмм здесь. Чуть-чуть, не чуть-чуть, но здесь 100 килограмм лежит вот веса. Ну, со вчерашнего днем, думаю, нормальные находки пойдет. Ну и сейчас походил здесь только 2 часа и все. Сейчас домой. Обед. Ну вот и посмотрим, как порох у нас горит. Горит, не горит. Ну, пожалуйста. Первой мировой войны. Порох горит. Горит. Отлично горит. Он как? Шипит. Хороший порох еще. Вот, охотнику, другу.